Всем привет, с вами канал Артмания. Сегодня утро у нас начинается совершенно по-другому. Никогда бы не подумала, что утро может так начаться. Ну, вы, наверное, догадались, как у нас началось утро. Сегодня Дима с утра решил проверить, как звенят вещи. Честно говоря, раньше я очень сильно этим увлекалась. Ну, не очень сильно, иногда увлекалась. Вот. Такая палочка, ей попробуем. Звенит, вот, да? Тут, например, вот тут она вот полная. У нас тут грязно, не обращайте внимания, я только встала. Видишь, у нее глухой звук. Пластмасса, потому что. Тут металл. Он позвонит еще немножко. Видишь, звонкий какой? Это стекло. Он тоже стеклянный, но он, видишь, звенит по-другому. Здесь он с пластмассой. Поэтому, наверное, он так звенит. Нет, все равно звенит. Вот так у нас утро сегодня началось, да, Дим? На самом деле, почему я сказала изначально, раньше очень сильно этим увлекалась, у меня была однажды привычка. Кушайте. Доедай давай. Дим. Доедай. Была не в детстве, ну как по молодости привычка, когда очень часто ходила по магазинам. У меня почему-то появилась привычка вот все стучать вот так. И определяю, звук чистый или нет. Хотя, допустим, я знала 100%, что я эту вещь не буду брать, она мне не нужна. Но вот чисто вот автоматически у меня было. Звенит, звенит, то есть мимо проходишь. Когда был тупой звук, я тут же останавливалась и опять начинала стучать. Тупой звук, она что, не настоящая? Не буду брать. Хотя, в принципе, вообще не планировала. То есть, ну, в принципе, вот ноготочек, да? Да. Чувствуется, что вот он. Кушай. Или тут сахарница. Ну, сахарница, она полная, аккуратно. Здесь вот тоже, кстати, полная бутылка. Соком. Но все равно звучит. Вот так у нас утро началось, да? Кушай. 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 Надо докушивать, Дима. Доедать надо скорее. Скорее докушивай. Ням-ням-ням-ням. Так. Сегодня мы с вами готовим из такой вот овощного рагу. Смесь из такой супчик. Мне очень сильно захотелось. Стоила она в перекрестке где-то рублей около 80 плюс-минус. Здесь находятся у нас томаты, сладкий перец, морковь, кабачки, баклажаны и лук. Так, тут написано способ приготовления, не размораживать перед приготовлением. Так, вот, 24 месяца. Сейчас я буду пробовать. Я хочу при вас ее разрез. Мне это за штативом лень идти. Сейчас его ставить. Смотрим с вами. Ну, выглядит, конечно. О, слушайте. Это, конечно, куски такие, ломти там, ай-яй-яй. Помидор, что ли, или морковка, или что это там? Что это такое огромное? А, помидоры. Ладно. Помидоры, так, ну ладно. Да, слушайте, оно вообще выглядит абсолютно по-другому, смотрите. Не знаю, мы раньше всегда с мамой покупали мексиканскую смесь, но она была похожа, как на фото. Вот. Мы ее тоже купили, она попозже будет, другой день. Вспоминаю, что такое рагу уже показывал пару лет назад в каком-то влоге, не помню даже. По-моему, там такой же был. Да, ну что-то я, конечно, честно говоря, в шоке. Очень большом таком шоке.
Ну, для супа, в принципе, подойдет. Что-то тут какие-то... Да. Ладно. Будем супчик делать. И в супчик у нас пойдут куриные крылышки, которые я нашла мяско. Да? Утро у нас начинается сегодня с супа. Вчера у нас утро началось с каши. Приготовление каши и хлеба. Зря, конечно, что я не записала. Я так моталась, прыгала прям по кухне, с стороны в сторону. Плюс еще кушает ребенок. Плюс я еще пытаюсь успеть кофе попить. И плюс еще у нас мастер пришел довольно рано вчера. То есть обычно он там в 11 с чем-то приходит. А это он пришел даже в 10:40. Вот, то есть раньше. Но я успела все сделать. Да? А сегодня у нас супчик. Слава богу, резать. Хотя мне ничего не надо. Так, ну вот смотрите, итог. Смотрите, что должно быть и что тут реально есть. То есть, блин, ну совершенно рад. Тут такой аппетитный. Кажется, что если будете готовить суп, у вас будет восхитительно красивый. Такой удивите мужа. Там или парня. Там, какой суп приготовил. А в реале абсолютно другое ощущение. Даже, знаете, как будто это какие-то остатки. Просто засыпали, что-то готовили. Вот какой-то там остался мелкий мусор. Его просто засыпали, заморозили и все. Ощущение-то вот так, кажется. Ну, согласитесь, напишите в комментарии, что думаете вы по этому поводу. Морковь тут вообще, он даже доходит, что вот она, прям малюсенькая такая. Лед. Малюсенький. Тоже, да. Где мы там? Мирит. Мы музыку слушаем, ждем мастера, время уже 12 час, а его нету. Запаздывает. По итогу получается вот такой суп. Залашу вместе. Вот, девочки. С яичком. Вкусно? Вкусно? Лаваш, что кушай. Лаваш, кушай. Ты маму угостишь? Маме кастрюля. Вот это мне дашь, да? Что, не целый, что ли, кусочек? Дай мне целый. У тебя больше же там. Ну, дай целый. Дай, спасибо. Все, забирай. Забираю. Спасибо. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Скушай сначала шоколадку. Какой он кинь, вот здесь. Давай, там не надо собирать. Ура! Там не надо собирать. У нас были вот такие вот. А, ну вот тут написано, господи, фиксики нарисованы. Шоколадное. Не знаю, может быть, я в Экспрессе купила, может быть, нет. Наверное, нет, не помню даже. Фиксики, помнишь, у тебя был любимый мультик? Помню я. Ну, Дима прям смотрела, потом надоело. Какие есть еще? Чего ты смотришь? Падает у тебя.